Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы немножко поиндурим, прокатимся по сопкам Владивостока или близлежащим сопкам, которые располагаются вокруг нашего любимого города. Поехали, прокатимся. Выехал. Первый раз. 5 апреля. Сейчас будем заправляться. 5 литров. Залезло 3 литра. С прошлой покатухи в том году. Ну что, сегодня 5 апреля 2024 года. Первый выкат на Муравье по сопкам Владивостока. Списался с группы по Регул Мотоспорт. Группу ссылку оставлю в описании. У всех, кто уроки регули, да и в принципе эндурики во Владивостоке, да и не только, подписывайтесь. Вступайте в группу, там переписываемся по технической части. Ну и в общем, все, что касается мотоциклов. Сейчас подъедет Захар, один из членов группы, и поедем прокатимся. Что-то я его уже долго жду. Выехали на форт, который на зеленке. Вот отсюда открывается вид на корабли. Стоят на рейде в бухте Тихой. Поехал на газ. Довольно серьезный подъем. Молодец. С первого раза залетел, красавчик. Ну чё, я тоже с первого раза заехал. Вон мы на газу. А в лесу здесь еще не везде растаял снег. Вон видно остатки льда, снега. И скалы среди леса вон спрятались. Ну что, поехали дальше, вон на ту вершину. Остановились немножко отдохнуть красивым видом на бухту. Отсюда видно большой камень, вон город, как на ладони. Завод «Звезда». А за большим камнем идут горные хребты. Гора Педан. Вон она. Видно, что еще снег у них там на горе лежит. Кстати, надо бы сходить на гору. Прогуляться до Педана. Кто со мной? Верба распустилась. И здесь участок льда. По нему, конечно, достаточно скользко ехать. Ну, ничего. Так, вот еще один подъемчик неплохой, с красивым видом. Здесь уже не на фоне моря, а на фоне леса. Там внизу вон опять снег. Лед и лужи, грязюка. Погода отличная, тепло, ветра практически нет, он закрывает нас лес от ветра. Сейчас будем брать вот этот подъем. Потом выскочим вот туда, на верхушку. Остановились на дорожке, съехали с лэпки и сейчас скоро выйдем на дорогу, которая ведет на Шамару, на бухту Имар или поселок Имар. А дорога выводит нас на мед. Может быть, вот туда съездим, на вышку сотовую.
Еще одно место интересное. Это под Лэпкой. Вот такая дорожка змейкой. Туда наверх уходит. Пробуем проехаться. Собрались на середину сопки, которую я только что показывал. Вот смотрим в обратную сторону. Мы стояли вот там. Ветерок поднялся. Здесь стоят кедрачи, елки, хвойные, в общем, растения. За этой сопкой находится Богательское водохранилище. Но здесь подъем довольно высокий. Подъем очень крутой. Я не знаю, кто здесь подымался, брал этот подъем. Молодцы, кто брал это. Действительно, подъем почти 90 градусов. Спуститься сюда, наверное, можно, а вот подняться проблематично. Приехали вот к Богатинское водохранилище, по Лэпкам спустились и видим слив водохранилища, вот оно, сброс воды и само водохранилище. Там уже кое-где еще видно льдинки, лед не до конца растаял. Ну, в общем, вот такой интересный вид открывается с этой сопки, на которой мы находимся. А вот там, вон вдалеке, низководный мост. Если поехать тут по дорожке, можно выехать в Артем по этой вот Лэпке. Приехали на родник. Вот здесь вот хорошая раньше родниковая вода была. Можно было пить, утолять жажду. Сейчас я что-то смотрю, там какие-то плавают букашки. Вон они. Сегодня что-то не хочу отсюда пить, а то по звёночкам вдруг встану. Ну, раньше здесь хорошая вода была. Солнце заходит за горизонт, ехать становится довольно холодно, поэтому мы уже возвращаемся домой. А в лесу уже достаточно много вот таких цветов, подснежников. Полный лес в цветах. Мимо шарика проезжаем. Там локатор, наверное, стоит. И вот здесь, уже вдалеке, где-то там, Владивосток. Вот мы у заброшенного военного городка. Утром мы сюда здесь проезжали. Здесь были военные, что-то отрабатывали, стреляли с калашей. А сейчас никого нет, и поэтому мы спокойно вернулись через этот поселок заброшенный. Кстати, он сверху смотрится как с Мачу-Пикчу. Кто был, тот знает. Мы вернулись на форт, который возле зеленки. Отличный вид отсюда на город Владивосток открывается. Снимал утром, днем точнее, и сейчас уже свечерело. И смотрите, как интересно. Авторынок «Зеленый угол» у нас во Владивостоке блестит. Точно золото или серебро. Драгоценный металл. А мы на фортах. И здесь большое количество эндуристов катается, тренируется по этим вот старинным фортификационным укреплением. Как говорится, Борцует. Любишь кататься, люби и саночки возить. Все уже изъездили, исполосовали. Историческое наследие, так сказать, уничтожают. Ну и Владивосток. Дед. Покатушка закончена. Заехали на мойку помыть железных коней. 300 рублей на бензин потратили и вот 300 рублей на мойку. Получается, удовольствие стоит 300 рублей на полдня с человека. 600 на двоих. Узнали мойку? Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео.
Владивосток, интересные места города Владивостока, Приморского края, вы можете увидеть у меня на канале. Go в эндуро, в следующий раз вместе.